Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу сделать для вас обзор своего заказа по 8-му каталогу Faberlic. 8-й каталог у нас уже закончился, я весь этот период проболела, к сожалению, вот поэтому и мои видео сейчас будут пока вот в таком формате, потому что у меня очень сильная слабость, я еще не закончила лечение, но мне уже гораздо лучше, я могу нормально практически разговаривать, поэтому потихонечку буду снимать для вас и показывать, потому что я по вам очень-очень скучаю. Итак, давайте я вам покажу, что же я заказала. В этом обзоре я вам покажу только новинки 8-го каталога, а во втором обзоре, в следующем, уже покажу все остальные покупки, которые я сделала по 8-му каталогу. Итак, первое, что хочу вам показать, как вы уже успели заметить, я заказала себе роликовую пемзу для ног. Я считаю, что это самая такая крупная новинка данного каталога. Артикул пемза 95,95, и я ее заказывала по купону на скидку 50%. Я ее уже тестировала неоднократно, чтобы у меня сложилось о ней мнение, я могла с вами поделиться своими впечатлениями. Итак, пемза выглядит вот таким вот образом. В комплекте у нее идет вот такой вот сменный ролик. Давайте я вам покажу вот относительно пальца, ну вот с фалангу. Ролик сменный, это очень хорошо, конечно. Здесь защитный колпачок, мы снимаем. Нажимаем вот на эту кнопку и можем снимать насадку. Вот, это очень удобно, можно чистить. Чистить нужно обязательно, когда вы делаете педикюр, вот этой щеточкой, чтобы не забивались ролики. Далее. Вот здесь есть стрелка, которую мы поворачиваем. И у нас вот так вот батарейки выходят, пальчиковые батарейки. Вставляем обратно, поворачиваем, и все, наша пемза готова к работе. Удобно, что есть вот такой наклон. Вот, и мы, касаясь кожи, не надавливая ни в коем случае, чем сильнее вы давите на кожу стоп, тем меньше она отшелушивает. Поэтому лучше ее использовать вот такими вот движениями вперед-назад, едва касаясь поверхности кожи стоп. Сейчас я включу и покажу, как она работает. Вот таким образом. Конечно же, пемза слабовата. Могу вам сказать, если у вас очень запущенные ноги, то делать педикюр вам придется очень и очень долго. В принципе, я делала педикюр, как я вам уже сказала, я болела, поэтому особо у меня времени ухаживать за кожей стоп не было, поэтому, ну, только крем. Вот, я делала вот этой пемзой обе стопы ровно час, то есть полчаса одну ножку, это пятки и пальчики, естественно, все. Вот, полчаса на одну стопу ушло и полчаса на другую. Но, в принципе, это не напряжно, я сидела, смотрела телевизор, поставила тазик, вот, и сидя в удобном кресле, делала, в общем, педикюр. В принципе, мне понравилось, чем сидеть в ванной и тереть пемзой или пилкой, то это очень удобно, руки не устают, эффект очень хороший. После использования данной пемзы я нанесла масочку для ног, очень я люблю маску нашу от из серии Этноботаника, я ее обожаю, она очень классный эффект дает. Я надела носочки, и все, несколько дней хожу, у меня прекрасные ножки, я очень-очень довольна. Цена данного устройства по каталогу 8 была 1299 рублей, но, как я вам уже сказала, что я брала по купону, вот, то есть со скидкой 50%, и еще от этой цены у меня была скидка консультанта, вот, поэтому
Если вы тоже хотите заказывать продукцию Faberlic со скидкой минимум в 20%, тогда проходите несложную, бесплатную, быструю регистрацию. Ссылочка для регистрации будет внизу в описании под этим видео. И я буду вашим наставником, буду вам подсказывать, консультировать. В общем, добро пожаловать в компанию. Следующее, что хочу я вам показать. Если у вас будут вопросы еще про эту пемзу, обязательно пишите комментарии, я вам все отвечу, расскажу подробненько. Следующая новинка, как вы можете уже видеть, это долгожданные мои новиночки, которые я очень хотела. Это вот такие вот водные спреи, освежители воздуха. Я заказала сразу три. Это вот такой вот освежитель антитабак. Его артикул 11229, объем каждого освежителя 345 мл, это много довольно-таки. У нас в семье никто не курит, но я все равно заказала, чтобы мне знать, какой аромат у этого продукта, чтобы я могла клиентам рассказывать. В общем, я вам могу сказать, что мне вот этот аромат, мне кажется, понравился больше всего. Этот водный спрей, он содержит натуральные компоненты, вот, которые не содержат спирта и химических газов-пропеллентов. Вот, это современная экологичная формула. Очень хороший, на водной основе, мне очень понравился. То есть он безопасен и для детей, и для животных. Прекрасно освежает и ароматизирует воздух в помещении. Вот, и, конечно же, эффективно борется с неприятными запахами. Очень классно, можно использовать его как в туалетной комнате, так и для орошения воздуха во всем помещении. Также можно на ткани наносить. Очень классный, приятный аромат такой, фруктово-цветочный, я бы сказала. Вот как здесь нарисованы и цветочки, и фрукты. Очень классный. Вот, следующий спрей, с которым мне пришлось немножко помучиться, это цитрусовый. На него я возлагала самые большие надежды, потому что вы знаете, что я очень люблю аромат цитрусов, особенно лето, я так его ждала. Но здесь преобладает аромат грейпфрута, мне кажется. То есть этот цитрус, он идет с такой горчинкой. Вот. И можно видеть, что если потрясти вот этот спрей, здесь нет пенки. А если потрясти цветочный и антитабак, то водичка мутная, и здесь пенка такая, как мыльная, появляется. Вот, артикул вот этого цитрусового спрея 11230. И в чем была проблема? Чтобы начать пользоваться вот этими спреями, нужно вот здесь вот нажать переключатель. И все, можно пользоваться. Сейчас попробую вам показать струю. Вот, хорошо видно. А, вот, и, в общем, я покупала сразу два вот таких цитрусовых, и они у нас не работали. То есть мы с мужем очень долго качали вот эту помпу, и ничего не выходило. Я уже повезла сдавать обратно на АП эти два спрея, и тогда на АП мне подсказали, что нужно просто открутить вот эту вот саму насадку, помпу, и в незакрученном состоянии очень сильно ее прокачать, и все. Вот, в итоге у меня теперь 4 вот таких вот освежителя цитрусовых, потому что я думала, что у меня брак, и заказала еще. Но в целом аромат очень приятный, я вам рекомендую, тоже мне очень понравился. И цена в 8-м каталоге была суперическая, всего лишь по 129 рублей для таких спреев, освежителей нового поколения. Это просто смешная цена. В каталоге 9 эти освежители по 179 рублей. Вот. И третий спрей – это цветочный букет. Очень мне понравился тоже аромат. Хотя вы знаете, что я не очень люблю цветочные моноароматы. Но вот этот вот, он действительно как букетик каких-то садовых или луговых цветов. Очень приятный. Очень классно, что эти спреи вышли именно летом у нас. Просто в тему. И его артикул 11228. То есть
Выбирайте на свой вкус. Я думаю, что антитабак понравится всем без исключения. Любителям цитрусов цитрусовый. Ну и вот этот вот, кто любит цветы, девушки, женщины, конечно же, вот это тоже оценят. Я очень довольна и очень вам рекомендую. Следующие новиночки, которые вы можете также уже видеть, я расставила в ряд. Это новинка, бальзамчики для губ, которые называются «Вкус лета». Компания выпустила 5 вот таких замечательных бальзамов. Упаковочка в виде яичка, очень классно. Я писала в своем инстаграм отзывы, что я без ума просто от этих бальзамов. Мне так приятно держать в руках вот эту упаковку. Просто очень классные тактильные ощущения, действительно. Очень удобно сделано. Вот такой вот бальзамчик в виде шара. Вот, придает легкий, ну, практически незаметный оттенок губам. Пахнет, когда подносите к носу, конечно же, вот из упаковочки такой приятный. Вот этот вот, это сочная клубника. Сочная клубника, артикул 42010. Сладкий апельсин. Это у нас 42011. Лесная ягода 42013. Сочное яблоко 42014. И тутти-фрутти, которым я активно сейчас пользуюсь, 42012. Покажу вам, вот как он стачивается, в общем, смазывается. Я им пользуюсь уже более 2 недель. Очень мне нравится. На губах уже, конечно же, аромат не ощущается. Нет липкости, нет пленки жирной. То есть очень комфортные ощущения. Я просто вот так вот делаю губы дудочкой и, в общем, намазываю вот так по кругу на губы и кожу вокруг губ. Очень мне нравится, поэтому я по купонам себе заказала, сначала вот взяла один тутти-фрутти, а потом заказала уже и все остальные. Сроки годности у них хорошие. Апельсин как-то вот мало пахнет. Вот, и в составе у них масло карите, то есть масло ши, также витамин Е, очень хорошо питают губы. Но скажу сразу, что у меня особых проблем с кожей губ нет, они у меня не трескаются, особо не сохнут, если я здорова. Вот, то есть, в принципе, я очень осталась довольна бальзамами. Свою цену в 199 рублей они полностью оправдывают. Нет привкуса, как я сказала, нет липкости. На лето это то, что надо. И скажу вам сразу, очень приятно держать в руках. Кто-то мне писал в инстаграм, что подобные есть в Китае. Я заказывала как-то на китайском сайте, на Алиэкспресс, что-то нечто подобное, подделка под EOS, в голубой упаковке, якобы мятный. Один раз я им попользовалась и сразу же выкинула. Это просто невероятная химоза, просто ужас. Вот, наши бальзамчики, они, конечно же, ни за что не похожи на эти китайские подделки. Это эксклюзивная формула Faberlic. Ну вот, то, что упаковка такая, да, распространенная, ну и что, надо просто порадоваться, что у нас теперь тоже есть такие классные бальзамы. В общем, очень довольна. Все, переходим дальше. Следующая новинка, которая у нас вышла в этом каталоге, это зубная паста. Зубная паста тройного действия, экстра свежесть для всей семьи. Так, артикул данной пасты у нас... Не могу почему-то найти. Не могу найти. А, вот нашла. 2257. Выглядит вот таким вот образом туба. И эта паста, она предназначена для систематического ухода за полостью рта утром, вечером и после еды. Она безопасна при случайном проглатывании. И эта паста, она кислородная, профилактическая, которая дарит нам великолепную улыбку и свежее дыхание. И она содержит в составе активный фтор и кислородный комплекс Новофтем О2, защищающий наши зубы от кариеса, от десны,
от воспалений и обладает длительным выраженным освежающим эффектом. Вот, что могу сказать. Пользуюсь я ей уже примерно неделю. Паста была зафольгирована. Это паста кремовая. Я люблю именно кремовые пасты, а не гелевые. Вот. Вот так она выглядит. Нежно-голубого цвета. Паста прекрасно пенится, очень хорошо освежает как и слизистую, так и, в общем, ротовую полость, и язык, и зубы хорошо очищает. В общем, пастой я довольна и могу вам смело рекомендовать. Тем более цена в 99 рублей за 75 мл. Это отличная цена. Так, следующее, что я вам покажу. Это декоративная косметика. Это у нас в коллекции Secret Story появились новинки песочных лаков для ногтей Secret стиля. Я заказала 2 оттенка из 3 существующих, потому что третий оттеночек это немножко не мой стиль. Вот они все 3. Я заказала вот этот, вот это блестящий алмаз 73-82 и лучистый янтарь 73-80, простите. 73-80. Также у меня есть в коллекции все вот эти 4 предыдущие. И мне было очень интересно посмотреть, чем же отличается первый снег, который я очень люблю, от новинки лучистый янтарь. И сейчас давайте я вам все расскажу про них и покажу. Вот. И третий оттеночек у нас, вот он идет, драгоценный рубин. В каталоге он нарисован как красный с золотым шиммером. Но на самом деле на фотографиях девочек, на свотчах, я поняла, что все-таки драгоценный рубин, он имеет малиновый подтон. То есть это немного не моя тема, я такие оттенки ношу, не знаю, раз в год, наверное. Но, в принципе, очень хорошая цена в 9-м каталоге на них, 159 рублей. Поэтому думаю, что докуплю еще и рубин. Вот, и давайте покажу. Так, первый оттеночек это у нас алмаз 73-82. Очень удобная кисточка у этих лаков. Я такие кисти очень люблю. Она широкая, она с овальным срезом, закругленная слегка. Это эксклюзивная французская формула, то есть лакер разработаны во Франции, очень классные. И можно отчетливо видеть, что здесь в этом лаке идет перламутровая розовая база, в которой содержится золотой шиммер. Блестки, но они не такие крупные, как в предыдущих 4 оттенках. Давайте сейчас я, конечно же, вам покажу. Вот, я нанесла в 2 слоя. Вот он. Я думаю, что вы сейчас хорошо видите. Камера хорошо передает оттенок. Вот. Текстура не очень грубая, то есть песочек такой нежный. Вот, и хорошо виден шиммер. Золотой. И второй оттенок, это лучистый янтарь, вот он у меня на ромашке. Это идет такой, знаете, цвет кофе-латте с небольшим медным отливом. И здесь уже в нем содержатся более мелкие блестки, чем в этом оттенке серебряного цвета. Очень красивый также оттенок. Он у меня будет прекрасно сочетаться, вот, например, с этим оттенком от Ифраше. Просто супер. И давайте теперь сравним лучистый янтарь и первый снег. Смотрите. Вот первый снег. Это новинка прошлого года. А это вот лучистый янтарь. В предыдущих 4 оттенках песков был крупный шиммер. То есть блестки были крупные. Они трудно смывались с ногтей. Вот, здесь намного текстура на ощупь помягче, в общем, поприятнее, не такая грубая, как в тех. Вот, ну и можно видеть, что
да, как они изображены в каталоге, практически как одинаковые. На самом деле нет, они абсолютно разные. Здесь такой оттенок первый снег бежево-металлический, а здесь совсем другой. То есть медь, кофе и серебряный микрошиммер. Ну, очень хорошо видно. И давайте я вам покажу его, конечно же, во флакончике, во всей красе. Отлично, камера сейчас его передает. Вот, и вы можете его хорошо видеть. Прекрасно видно. Вот, и сейчас в завершении обзора скажу вам маленький совет, как очень хорошо можно снимать такие лаки. Вот эти лаки от Faberlic, они не требуют нанесения ни базы, ни топа. Они очень быстро сохнут, причем достаточно два слоя покрытия. То есть два слоя у вас за 10, максимум 15 минут полностью высохнут. Вот, очень быстро они сохнут. И как я их снимаю? Вы берете жидкость для снятия лака, любую. Можете с ацетоном, можете без, с маслами. Вот, лучше с маслами, я использую свою любимую жидкость от Pupa. Вот, наносите на ватку, маленький кусочек ватного диска или ватки прикладываете на ноготок, то есть либо заматываете в фольгу, но чтобы с фольгой не заморачиваться, я себе с AliExpress заказала вот такие вот колпачки, прищепочки для снятия гель-лака, для шеллака. Ими же я снимаю себе и гель-лак с ногтей, вот. И ими же снимаю пески. Очень удобно, вы сидите 10 минут, одеваете на пальчик вот так, больше от вас ничего не требуется, просто сюда кладете ватку, прикладываете и держите. Все, не надо мучиться, оттирать эти блестки, шиммер и песчинки с ногтей, вот, и травмировать ногтевую пластинку. Очень удобно. И если есть желание, то ссылочку на вот эти колпачки я вам оставлю обязательно внизу под этим видео. Вот. Также не забудьте, что сейчас у нас подарки для новых консультантов в компании. Если вы зарегистрируетесь в компании с 13 июня по 3 июля, сделаете заказ на сумму от 999 рублей, то получите в подарок новинку каталога 9. Это туалетная водичка Tropic Story. А также со следующим своим заказом по каталогу 10 вы получите второй флакончик в подарок. Так что регистрируйтесь и удачных вам покупок. На этом все. Сейчас сниму для вас вторую часть своих покупок по 8 каталогу. Я надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!